У меня фамилия Мигранов, имя Эльмир, папу Радик зовут. Как ощущения, как эмоции после трассы? После пробега. Ну, нам сначала дали старт, у нас было 5 человек. Ну, мы побежали. Сначала я бежал вторым, потом опять вторым. Ну, тут была сложная трасса, но потом было легко. Вот так пока прошла. Какие сложности вообще возникали? Ну, сложности — это мой соперник, это Руслан. Он очень хороший парень, но он упал. Ну, я думал, его догоню, но он упал. Но я все равно не догнал. Потом второй круг у нас еще был. Вот, на второй круг пошли. Ну, там было уже легко. Но я все равно был вторым. А потом на финише мы с ним прибежали вдвоем. Но я ему проиграл каменную бумагу. Я стал вторым, но третьего у меня день рождения. Ну вот, потом сказали, что финиш, ну все. Вот так закончилась наша гонка. А потом еще мой телефон разрядился, и мне и не сняли мой финиш. Ну я очень, мне грустно. Ну вот, не знаю, что делать. Может, награждение еще будет, сказали, деньги дадут. Ну вот, ну все. Для вас приготовили горячий чай с пирожками, вы можете заесть свою грусть. О, спасибо. Но я не ем пирожки, только бабушкиной.